Ребята, не верьте тому, что пишут люди о себе в интернете. Я знаю очень много примеров, когда вот образ в интернете не соответствует жизни. Например, у меня есть знакомые девочки, которые репостят на свою стену, в том числе добавляют свои сохраненки ВКонтакте, всякие, знаете, такие пошлые картинки, пошлые какие-то цитаты там. Ну, и складывается впечатление, что они не особо приличны, и, возможно, она бледует. Но эта девочка на самом деле, там, не знаю, девственница, и ни разу к ней никто не прикасался. А бывает примерно наоборот. Я вообще знаю, что вот она конченая ше. Вот у ее парня уже рога об потолок чешутся. Но зато заходишь на ее страницу ВКонтакте, заходишь на страницу и видишь на стене такие записи, типа: вот, девушка должна быть опорой для своего мужчины, там она должна его во всем поддерживать, куча рецептов на странице, да, где там всякая выпечка, всякие запеканки, которые она, скорее всего, вообще никогда не готовила. И складывается впечатление, что она вообще заячка.